Инфостоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Операция и дистанционное наблюдение. Как справиться с последствиями инфаркта? Анорексия опасна для жизни. Почему девушки отказываются от еды? Пересадили кожу. Как лечат последствия ожогов у подростков? Развить почерк и клиническое мышление. Турнир по интеллектуальным играм прошел в Брест-ГМУ. В октябре в Россию поступит первая партия незарегистрированных в стране импортных психотропных препаратов. Они предназначены для лечения детей с хроническими заболеваниями, которые проявляются болевыми и судорожными синдромами. Их закупает государство, семьи с больными детьми получают лекарства бесплатно. Минздрав подготовил подробную памятку, она состоит из двух разделов. Стоит отметить, что при получении препарата на один квартал нужно будет подписать расписку. В ней даются рекомендации по употреблению, хранению и многому другому. Также сообщается, что лекарства нельзя передавать или продавать. В противном случае родители могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Справиться с инфарктом миокарда и инсультом помогает в областной клинической больнице. Пациентам проводят операции, которые восстанавливают кровоток к сердцу и мозгу. Это позволяет избежать инвалидности и тяжелых последствий. На операции побывала наша съемочная группа. Пациента с острым инфарктом миокарда доставили в областную клиническую больницу. Через 10 минут он уже оказался на столе хирургов. Тромб закрыл одну из артерий, которая питает сердце. Медики удалили тромб и расширили артерию, чтобы кровь вновь могла поступать. Причем сделали это быстро, ведь мышцы без питания умирают. Чтобы закрепить наш результат баллонной гиопластики, мы устанавливаем так называемый металлический каркас. В простонародье пружинка, спиралька, как только ее не называют, но это называется стенд, коронарный стенд. То есть он представляет собой специальный материал, то есть из сплавов металла, который препятствует обратному закрытию этой артерии, то есть создает каркас. Операция продлилась около 20 минут. Делали ее под местным наркозом, то есть пациент был в сознании и сообщал врачам о своем самочувствии. Процедура безболезненная. Врачи отмечают, что на сердце нет болевых рецепторов, поэтому пациент не чувствует дискомфорта. После этой операции не остается рубцов, то есть доступ мы делаем через руку, через лучевую артерию. Доступ, диаметр разреза для нашего доступа 2 мм. То есть не остается ни рубцов, ни шрамов, ничего такого подобного. На операции обязательно присутствует кардиореаниматолог. Он следит за жизненно важными показателями – пульсом, давлением, ЭКГ. Введение самого инструмента контролируют с помощью рентгена. Чтобы их визуализировать, то есть увидеть, нам необходимо подвести катетер прямо непосредственно в устье коронарной артерии. То есть, и ввести специальное контрастное вещество, которое окрашивает сосуд. И мы по дефекту наполнения видим проблему. Подобную методику применяют и для лечения инсультов, когда тромбы блокируют питание части мозга. Технология новая для региона. Ее внедрили в 2019 году и уже поставили на поток. Операции делают 2-3 людям в неделю. При этом инструмент вводят не через руку, а через ногу, ведь он большего диаметра. Лечат как ишемический инсульт, так и геморрагический. Во втором случае хирурги устраняют последствия разрыва сосуда. Аневризму, которая разорвалась, мы вводим в полость аневризмы специальные спирали, так называемые эмболизационные спирали, и заполняем полость этой аневризмы специальными микроспиралями, которые в последующем просто выстилают эту аневризму и прекращают в ней кровоток. То есть, как заплатка на колесе. Врачи отмечают, что обычно после таких вмешательств пациентам становится лучше уже на операционном столе, а выписывают их буквально через 2-3 дня. Их выписывают в удовлетворительном состоянии. Однако пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, нуждаются в постоянном внимании. Делать это сложно, особенно если люди приехали из районов. Какой способ нашли в кардиодиспансере, расскажем далее. Обратиться к врачу в любое время суток могут пациенты кардиодиспансера. Для этого Кристина Переверзева разработала специальный опросник. Он предназначен для людей, которые выписались после инфаркта миокарда. Заполнять графы нужно, когда начинаются боли. Пациенту необходимо описать их характер и продолжительность, условия появления, принятые таблетки, а также указать, была ли вызвана скорая. Такая система позволяет пациенту и лечащему врачу следить за развитием болезни. Если с каждым днем становится все хуже, да, физическая нагрузка уменьшается, которая вызывает болевой синдром, количество принятых таблеток нитроглицерина увеличивается, а болевой синдром становится все чаще и чаще, то пациенту нужна очная консультация кардиолога, в ряде случаев госпитализация, а в некоторых случаях и проведение сложных методов лечения и диагностики, например, коронарангиографии со стентированием коронарных артерий.
Идея родилась 1,5 года назад. Уже готов опросник. Данные в него будут присылать 250 человек. Это пациенты кардиодиспансера, которые готовы изменить свой образ жизни и следить за самочувствием. Вопросы составлены таким образом, чтобы человек мог провести самодиагностику, пока врача нет рядом. А также она напоминает о мерах профилактики повторного инфаркта. Если он начнет каждый вечер, например, с понедельника при возобновлении болезни грудной клетки заполнять этот опросник, то к следующему понедельнику мы увидим, что за эту неделю стало значимо хуже. Да? В понедельник был 1 эпизод болей в грудной клетке, в воскресенье их было 7. Вопросов о том, что делать с пациентом в понедельник, в общем-то, не остается, его нужно класть в больницу. Когда пациент заполнит анкету, уведомление придет на электронную почту лечащего врача. Однако в случае с инфарктом речь идет на секунды, поэтому в перспективе опросник станет мобильным приложением. Уже готов дизайн, есть понимание основных функций. Например, приложение станет средством экстренной связи. Мы хотели бы, чтобы наше мобильное приложение могло определять геопозицию пациента. Есть те пациенты, которые уже не могут обратиться за медицинской помощью, да, они успели нажать кнопку на приложение о том, что с ними что-то не так. И если, соответственно, контакт с пациентом прерван, мы не можем ему дозвониться, ему не могут дозвониться родственники, то, по сути, должно случиться так, чтобы система определила, где находится пациент, и была вызвана скорая медицинская помощь по этому адресу для того, чтобы мы смогли спасти жизнь. Работа над проектом продолжается. Сейчас Кристина оформляет заявку для участия в программе «Умник». Пересадили кожу после бытовой травмы. Операцию провели девочке, которая получила ожоги 15% тела. Процедура трудоемкая и нередкая. Дети часто опрокидывают на себя кипяток или получают ожоги. Как им помогают, узнала наша съемочная группа. Ребенок взял с плиты чайник, в этот момент загорелась футболка. Драгоценные секунды при тушении были упущены. Как итог, ожог открытым пламенем. Пострадало около 15% тела. Из них глубокий ожог составляет около 10%. Кожи там нет, а есть только гранулирующая поверхность, уже начинающая заживать рана. В силу размеров такие раны не могут зажить самостоятельно, а только рубцом. И если рубец, скажем, 10%, а чтобы было понятно, процент – это ладошка. У нас для каждого человека 1% поверхности тела – это ладонь. Вот представьте, 10%, если все это заживет рубцом, каков будет косметический результат и как человеку с этим жить? Чтобы избежать огромного рубца на животе и грудной клетке, врачи УДКБ проводят операцию по пересадке кожи. Подготовка к ней занимает от 7 до 14 дней. В это время обожженное место обрабатывают специальным гелем. Кожу для пересадки берут с бедра. Это место является наиболее универсальным и легко приживается в новой точке. Слой берется очень тонкий, всего 0,2 мм, поэтому шрама на ноге не остается, только небольшая пигментация. С помощью вот такого перфоратора превращается, вот мы попробовали показать это на листочке бумаги. Значит, так, это вот размеры, а так, это, для чего это делается, позволяет многократно увеличить размер и закрыть большую рану, там, меньшим участком кожи. Эта операция считается средней степени тяжести, однако она очень трудоемкая и кропотливая, ведь каждый кусочек кожи пересаживают отдельно. Через какое-то время это будет выглядеть как сеточка, там, с шагом, ну, наверное, 0,5 сантиметра. И потихонечку с течением времени вот эта поверхность, на которую пересажена кожа, ну, сглаживается. Какой-то, конечно, какие-то косметические потери там останутся, но, во всяком случае, рана заживет, как мы надеемся, уже через там 10-14 дней полностью. Пострадавшей девочке 11 лет. Врачи признаются, что подобные бытовые травмы не редкость. Достаточно много детей с такими вещами у нас лежит. Правда, не совсем характерно поражение открытым пламенем. Все-таки чаще это кипяток. Чаще дети меньшего возраста, которые, сидя на коленях у родителей, опрокидывают на себя чайник. Чайник, стакан с кипятком, кастрюлю с плиты. Стоит отметить, что ожоговые койки в УДКБ открыты с 2002 года. А недавно один из врачей вернулся с повышения квалификации. Теперь в регионе оставляют все более тяжелые больных. 99% пищевых расстройств связаны с двумя заболеваниями – это анорексия и булимия. Их часто путают, однако они имеют совершенно разный характер течения и причины возникновения. Стоит отметить, что анорексия может быть опасна для жизни. Как распознать заболевание на первых стадиях, расскажем далее. Экстремальные диеты, голодовки и бесконечное смотрение в зеркало, когда любые изменения внешности не кажутся идеальными – это суть анорексии. Страдают ей девушки от 12 до 40 лет. Причины могут быть самые разные – от психологической травмы и буллинга до навязанных идеалов красоты. При анорексии прежде всего страдает отношение к собственной внешности. То есть оно искажается до уровня дисморфомании, то есть вплоть до бредового искажения, когда человек, глядя в зеркало,
видит там все равно полного человека. То есть это борьба за вес, это борьба за внешность, это вот как бы вот это является ядром анорексии. Болезнь протекает в трех стадиях. Это начальная, анорексическая и стадия дистрофических изменений. На последние девушки превращаются буквально в живые скелеты. Их вес падает до 30 килограммов и меньше, а мышцы с трудом слушаются. При этом у них пропадают вторичные половые признаки. Аппетит уходит, а поступающую пищу организм отвергает. Меняется биохимия мозга, начинаются соматические и эндокринные проблемы. Однако это уже крайняя стадия. Бить тревогу нужно значительно раньше. Меняется форма одежды или стиль одежды. Ребенок перестает желать фотографироваться. Синдром фотографии. Достаточно сложно ребенка затащить, допустим, с родителями как-то одеть нормальным образом, потому что появляются какие-то пристрастия, которые в одежде, которые являются ненормальными. Вот. И эта стадия всегда проходит почти на мимо. То есть мы думаем, что это просто пубертатный криз, мы думаем, что это что-то, просто там какие-то становления собственного стиля или еще чего-то. Психологи отмечают, что в диете как таковой нет ничего страшного, особенно если у девушки есть лишний вес. Ведь желание иметь модельную внешность или спортивное тело – веяние времени. Но диета не должна быть стрессом для организма. Необходимо соблюдать калорийность, соотношение белков, жиров и углеводов. Мы должны знать целевые индикаторы, куда мы идем. И вот здесь самое главное, чтобы как бы вот эта вот психика юная не сломалась. То есть, если мне нужно, допустим, 50, я буду прекрасно выглядеть. Я дошел до 50, успокоился, диета называется. А если я сажусь на диету нулевую, на воду или на одни, там, не знаю, белки или одни яйца, или еще, или одни яблоки, организм в любом случае, даже если это не анорексия и не будет анорексии, это все равно плохо. Рассчитать норму веса можно самостоятельно. Для этого массу тела в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если полученная цифра меньше 18, то у вас недостаток веса, а цифра менее 16 говорит о том, что принимать меры нужно срочно. Развить красивый почерк и клиническое мышление смогли студенты РязГМУ. В ВУЗе провели интеллектуальную игру в новом формате. Он называется «Квиз Плиз» и требует от участников не только обширных знаний, но и нестандартного подхода. Илья Садовников играет в интеллектуальные игры более 5 лет. Он капитан женской команды. Под его началом только Настя. Они начинали на городских площадках. Теперь с удовольствием играют в родном ВУЗе. Моя команда самая сильная. Со мной еще сильнее. И надеюсь, нам сегодня удастся победить. В конце концов, у нас всегда есть методика посадить симпатичных по краям, отвлекать соперников и в этот момент получать некоторое преимущество. Клуб интеллектуальных игр появился в медицинском университете в этом году. Идея его создания принадлежит самим студентам. Руководство вуза инициативу поддержало. Ведь настоящий врач должен отличаться умом и клиническим мышлением. Бывают случаи, когда врач должен поставить диагноз и спасти человека буквально в первые секунды. Поэтому здесь должна быть быстрая реакция. Здесь должны быть колоссальные знания, потому что вопросы из разных тем, из разных направлений. Это должна командная работа. Если мы не будем хирурги, то они должны понимать, что они могут надеяться друг на друга, то есть в команде, и лидерские качества. Уже состоялось 4 игры в классическом формате «Что, где, когда». Теперь решили попробовать что-то новое – игру «Квиз Плиз». В ней принимают участие студенты всех направлений подготовки медицинского университета. За столами более 150 человек. Стоит отметить, что вопросы составлены таким образом, что у обучающихся первых и шестых курсов есть равные шансы на них ответить. Мы будем проверять не только их эрудицию, но еще и логику. То есть у нас вопросы основаны не только на знаниях, которые можете это получить, но и на том, как они умеют ориентироваться в поставленные их условия. Условия непростые. Участников ждут 7 раундов, в каждом из которых по 6 вопросов. Часть из них касались истории и жизни вуза. Готовить их помогал заведующий музеями РязГМУ. Самым ярким событием лета для нашего университета являлось, конечно же, заложение капсулы времени от Совета молодых врачей. Они отметили свое десятилетие на столетие вуза, то есть в 2043 году. Эту капсулу нужно будет вскрыть. А студентам нужно будет ответить, собственно, в каком году эту капсулу вскроют. Победителей и участников игры ждут множество призов. Среди них билеты в кино, сертификаты на посещение фитнес-центра, а также многочисленные сладкие подарки. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире.